привет! Это Agents of Hive Mind, первый русскоязычный канал, посвященный игре за тиранидов. И сегодня мы играем в Tabletop Simulator снова, потому что у нас карантин и все такое. И против нас Григорий с сестрами битвы. Гриня мой старый сокомандник, он отлично играет за любую армию, поэтому мы решили разобраться, что такого ГВ приготовила в новом релизе сестер битвы, чем оно готово порадовать всех поклонников имперских армий. Давайте взглянем. Вот у нас и игра пошла. Стол. Вот такой стол. Расстановки у нас диагонали, косые стороны, армии сестры. Рассказываю про сестер. 2000 очков, 2 батальона. Первый батальон — леди-мученица. Здесь идет Канонесса на драндулете. Здесь идет Селестина, миссионер и Маджифайр. На Imagifier докуплен Warlord Trade на плюс один к Miracle Dice. Также на ней докуплена плюс броня и плюс вунда. В трупсе у нас 3 по 7 батл сестер. На сержанте и на простой сестре по штормболтеру. Дальше у нас идет фаст-атака с доминионками по 4 штормболтера там. И heavy support 3 по 10 ретрибьюторок. Там 4 мультимельты, в каждом отряде докуплен черуб и симулякр. Следующий детачмент у нас батальон Valiant Heart. Здесь у нас идет Coffin Dance и Канонесса. Канонесса Warlord. У нее Warlord Trade на... Ох, как же тебя... Плюс один к щиту веры. Артефакт на ней плюс один к броне. И провундить ее можно только на 4+. В трупсе 3 по 5 сестричек. Также 2 шторболтера. То есть на сержанте и на простой сестричке. И 3 по 10 селестианок. Также один штормболтер там и на сержанте цепной меч. Вот такая вот армия сестер на 2000 очков. Мы уже раскидались, и сестры деплоятся и ходят первыми. Если, конечно, мы не перехватим инициативу. Абсолютно фановый ростер. Тем временем перемещаемся к тиранидам. Посмотрим, что же у них там такое. Армия сестер против нас фановая. Это очень много пеших сестричек, очень много болтер-порно, но плюс к этому есть еще 3 отряда ретрибьюторок с мультимельтами. В каждый черуб, то есть это уже 5 выстрелов из мультимельты, что вернет в уныние даже любую танковую армию. Есть новые интересные юниты, такие как Триумф Святой Екатерины, есть новая Канонесса на пьедестале, есть всеми любимая старая знакомая Святая Селестина. Ну и мы посмотрим, как это все вместе сыграет. 2000 очков тиранид, 2 разных хайфлота. Первый хайфлот — это Кракен, который быстро-быстро бегает. Здесь у нас 2 брудлорда. На первом брудлорде у нас заклинание хоррор. На втором брудлорде у нас заклинание Synaptic Lure. Эта штука у нас позволяет реролить черджи для какого-нибудь нашего юнита. Также на нем взят артефакт Resonance Barb, который позволяет дополнительный каст делать. В трупсе у нас 3 больших отряда генстиллера, 2 по 18 генстиллеров и 1 19 генстиллеров. Круглые числа мы не любим. И на этом как бы все. Следующий — это детачмент батальон по Кроносу. У нас 2 нервотрепа его возглавляют. Первый нервотреп, значит,
по психосилам. По психосилам. Первый нервотреп у нас Warlord, но Warlord Trade я не брал, я брал адаптацию. Тот, что у нас Warlord имеет Psychic Scream в заклинаниях, второй нервотреп имеет Каталист заклинание. Каталист это ФНП, а Psychic Scream это как еще один смайт. Дальше у нас в трупсе 3 по 3 риперок, как их называют, тираниноводы, козявочки, я их тоже так теперь буду называть. Дальше у нас идут элита 2 по 5 зоантропов. 2 по 5, ну 5 зоантропов, это мы можем два раза сколдоваться. В первом отряде и во втором отряде тоже у нас кроновская психосила Симбиошторм. Она позволяет в 12 от Псайкера там что-то там... Сейчас, подождите. А, короче, на шестерке доп-хиты. Я буду экзокринов отколдовывать. 4 Венамтропа у нас дальше идет. Поскольку их 4, они уже по монстре делают минус ту хит. И 2 экзокрина. На одном из экзокрине, на вот этом, у нас докуплена адаптация на 5 инвуль и удвоение таблицы деградации. Все, это 2000 очков тиранидов. И, ну что ж, пусть сестры расставляются. А что у тиранидов? У тиранидов такая армия, которую я никогда в жизни не поставлю на стол. Ну... По крайней мере, потому что у меня из всех кинокрадов есть только 8, и они не собраны, не покрашены. И пока я подготовлю к битве 60 кинокрадов, наступит 51-я редакция Вархаммера, где играть будут споровые мины. Поэтому в тейблтоп-симуляторе я это разыграю с удовольствием. А мой план на битву — швырнуть сестрам в лицо всех моих кинокрадов, которых будут подгонять брудлорды, а за антропы сзади будут кидаться морталками. Морталками, морталками, еще раз морталками. Им в этом будут помогать нейротропы, которые раздают ауру на рерол единичек на психотестах. Очень интересно. А как вишенка на тортике, будут бомбить экзокрины своих больших елдаков со спины. Правда, достойных целей здесь... В общем-то, для них и нет, придется нам топтать пехотку этой мегаплазмой. И еще есть отряд венантропов, который будет прикрывать весь наш арьергард. Вот как-то так. Давайте посмотрим первый ход. А прежде всего, давайте-ка я сперва вам расскажу, какую миссию мы играем. Мы играем миссию снова Eternal War из Chapter Approved 2019, без карточек Мейлшторма. С этим мы как-нибудь потом разыграем. Суть этой миссии такова. У нас 6 точек на карте. В конце каждого твоего хода, за контроль каждой точки, ты получаешь одно очко. Однако, если точку контролирует персонаж, и он стоит на ней несколько ходов подряд, то сколько ходов он на ней стоит, столько очков он и получает. Например, стоишь ты 3 хода, ты в конце своего хода получаешь 3 очка. Стоишь 4 хода двумя героями, там на 2 точках подряд, 8 очков, ну и так далее. В общем, если я объяснил плохо, то по ходу игры разберетесь. Погнали! Закончилась расстановка, первые расставились сестры битвы, расставились следующим образом. Ближе всего у нас к линии фронта, к краю деплойки стоят доминионки. Дальше у нас стоят вместе с ними сестры битвы. Вот они у нас, сестры-сестры. Здесь немножечко позади тоже сестры из другого детачмента. Куча селестианок. Вот они окружают Coffin Dance, Варлордов и Маджифайеры, вот это вот все. А вот у нас Селестина стоит, опять Селестианки, вот это вот. Все, 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 батл сестры, сколько же вас тут, сколько вас тут. А ретрибьюторки с мультимельтами у нас позади всей планеты. Теперь перенесемся к тиранидам.
Тираниды немножечко отставились от края своей диплойки, так. Первый стоит отряд из гинокрадов, первый отряд. Второй отряд гинокрадов расположился по руине. Как упали в руину, так и стоят. Вот кто-то действительно упал. Их возглавляет Брудлорд. Здесь же у нас находится пятерка, первая пятерка заантропов, немножко перемешалась с гинокрадами. Здесь же Варлорд Нейротроп. Все это дело прикрывает четверка Веномтропов. Дальше у нас поехали второй отряд заантропов, среди них Нейротроп. Второй Экзокрин. Первый Экзокрин вот здесь, он с пятым инвулем. Третий отряд гинокрадов. И с ними их Брудлорд. Все отряды находятся в ауре Веномтропов, кроме вот этих вот риперок. Остальные два отряда риперок у нас ушли в Deep Strike. Ну, собственно, и все. Инициативу мы не перехватили, я выкинул троечку, поэтому смотрим, как ходят сестры битвы. Первый ход сестер, мувмент фаза закончена. Все началось с того, что доминионки сделали скаут мув. Самый шустрый отряд, вот этот доминионок отряд, пробежали на 6 дюймов. И потом в свою мувмент фазу у нас продвинулись, встали в rapid fire range от вот этих вот тараканов. Сюда же пробежала Селестина. И все остальные сестры пошли на свои законные дюймы. Никто особо бегали, да? Кроме Катафалка, который пробежал на 2 дюйма. Видимо, гроб тяжелый, чтобы с ним бегать. Про Селестину, да, я уже сказал, что она тоже пробегала. Сюда встала. И раздает свои бафы. Здесь же у нас доминионочки тоже продвинулись и смотрят на тиранидов, чтобы выписать им сейчас звездюлей. Другие беленькие батл сестры встали на вот эту шестую точку, готовятся ее скорить. Ну и вся гурьба, в принципе, медленно, тактично и технично подходит вперед. Это была мувмент фаза, психик фазу мы пропускаем и переходим к стрельбе. Ну так, не особо впечатлен я был. Первыми прострелялись вот эти доминионки. Очень много выстрелов, 19, по-моему, выстрелов в отряд генстилеров, и умер только один. Потому что пришла только одна вунда, зарешали немножко веномтропы, ну и просто плохо проундили. А второй отряд стреляли вот эти доминионки по генстилерам вот здесь. Здесь умерло две модели. Вон там я их убрал. Дальше вот эти сестрички постреляли туда же безрезультатно. Вот эти сестрички постреляли туда же безрезультатно. И еще у нас могли стрелять вот эти вот сестры. Они стреляли, вон там вот стоит вот этот вот отряд, и убили аж на 3 гинокрадов. В общем-то, это было все. Это конец хода, черджей не будет, никто не колдовал. Стоят у нас в конце своего хода на 1, 2, 3 точках сестры. Вот здесь вот имиджифайер, герой скорит точку. И на следующий ход, если будет стоять на этой точке, он 2 очка принесет. Переходим к ходу тиранид. Первый ход тиранидов и их же психофаза. Первыми у нас прошлись вот эти гинокрады. Они пробежали на шестерочку, 3 куба решают. За стратагему удвоили свой адванс и прибежали вот сюда, аж в объятия святой Селестины. Следом, вот эти вот тараканчики тоже на шестерочку пробежались, спустились в свои руины, за ними всеми бежит Брудлорд. В общем-то, все бегали, здесь вот...
Нейротроф встал поближе, но на точку. Заантропы тоже пробежались за руинку. Венантропы догоняют. В общем-то, зонтики все и твари большие, я имею в виду экзокрины, находятся в их ауре. А здесь у нас нейротропчик и зоантропы подбежали на точку, встали. А вот эти вот гинокрады тоже пробежали на 6 дюймов, и вот они аж где теперь. А по колдовству. Здесь Брудлорд сколдовал хоррор на катафалк. А дальше пошло у нас... А вот здесь Брудлорд пытался сделать свой Synaptic Lure, или как называется, в общем, рерол Черджа наколдовать. Это сестры отденайли. Далее был Смайтец, который сестры тоже отденайли. Дальше у нас колдовали заантропы. Выкинули 12. На перилах отъехал одна модель, то есть 3 морталки в себя, 4 морталки в Доминиона, которые стояли здесь. И их вторым заклинанием было доп-хиты на экзокрина, доп-хиты на шестерках. Это было сколдовано. Дальше колдовал у нас нейротроп. Он пытался сделать каталист, то есть ФНПшечку на вот этот отряд кинуть. Это было одинайно легко. Ну и он же добил последнюю доминионку с майтом. Дальше вот здесь у нас были минорные смайты. С этого отряда сняли 3 модельки, 3 доминионки здесь ушло. А все, что пробовал сделать вот этот нейротроп, было, в общем-то, от Динайна. А последний Динай психоскрима был заявлен. Здесь была пятерочка Miracle Dice. И за плюшку от вот этого Триумфа Святой Екатерины был плюс 1. То есть, короче, отденайли с помощью вот этой штуки и такой-то матери. Далее у нас доминионки. Прострелялась только одна из пятерых, но одна вунда пришла и был посейвлен инвулем. Здесь 3 доминионки не прострелялись после смерти. Было загенерено еще парочка Miracle Dice'ов. Что там было-то? Ладно, забили. 1 и 2. Переходим к шутинг-фазе. У меня аж 2 есть модели на пострелять. Пострелялись, почарджились, подрались. Стрельба у нас представляла залпы 2 экзокринов. Первый экзокрин, который находится вот за вот этой руинкой. Ближайшая была Селестина. Он в нее первый залп сделал и убил ее. В Селестину пришло 8 вундов. Селестина, естественно, воскресла потом. А второй залп был произведен в доминионочек, которые вот они здесь стояли. 3 было убито, осталось 2. Дальше стрельнул у нас оба своих залпа. Второй экзокрин стрелял он в похороны панка. Итого, я сделал за 2 кп стратагему плюс 1 к дамагу. Ну и 12 ран отсюда я снял. Был один Miracle Dice потрачен, чтобы на 3 плюс пройти. Ну, в общем, пока живо, все цело и орел. Здесь у нас белые генычи почарджили в Селестину и 2 отряда сестер. А с Селестины с Овервотча умер 1, а с сестер никто не умер. В итоге здесь 2 генычи пробило в сестер, убил 2. И здесь 1 геныч пробил в сестер, никого не убил. А все остальные генычи сожрали уже вторую инкарнацию этой Селестины. Здесь Брудлорд почарджил 2 доминионки и скушал их. Здесь 2 отряда батл сестер было почарджено вот этим отрядом гинокрадов. 3 потерял на овервотче. Здесь я белый отряд сестер съел. Здесь пару моделей ушло, ну, далеко не всеми пробил. И, собственно, вот.
в ответку никого вроде не потерял. А вторую активацию на подраться я никем не заявлял, в принципе, и особо-то что-то неохота даже это делать. Поэтому все, держу 5 точек. Раз, два, три, четыре, пять. И, собственно говоря, это был первый ход нидов. Первый ход. На расстановке я немножечко отжался, смерил дистанцию вот этих вот всех болтеров, чтобы они особо до меня не добивали. Однако я забыл, что у доминионок есть скаут-мув, и они все равно ко мне подошли. Тем же хуже для них на самом-то деле. От стрельбы все равно я ожидал большего, но доминионки немножечко обакакались. Да ну и хрен же вы с ними. На свой первый ход я для своей армии увидел две основные угрозы. Это Селестина, которая воскресает, которая хорошо нарезает в ХТХ, не дай бог ей добраться до моей мякотки, до моего бэкфилда, так сказать, где стоят там всякие зоантропы и артиллерийские монстры. И второе, это вот эти вот самые похороны панка пресловутые, которые несут гроб. Их способность не только нести гроб, но еще и модифицировать Miracle Dice очень неприятная. Поэтому нужно избавиться от этой процессии как можно скорее. Собственно говоря, Святую Селестину мне Григорий подарил, я ее просто скушал. Сначала расстрелял, потом скушал, отлично, избавились. Ну, а гробоносцев я просадил нормально, скоро добьем. В общем-то, у меня еще была такая дилемма, когда я вчарджился белыми гинокрадами и завязал, после поедания Селестины, завязал два отряда сестер битвы, врубить ли вторую активацию. С одной стороны, я скушаю всего лишь два отряда трубцы. С другой стороны, я потеряю 3 командных очка. Это очень много. Я посчитал, что не стоит оно того. И, возможно, я был прав. Сейчас меня ждет возмездие. Все, что не стреляло в первый ход, будет стрелять и уничтожит мне всех гинокрадов. Остается надежда на вторую волну атаки. Отряд Геночи, который стоит позади. Ну и колдовство. Давайте посмотрим, как оно сработает. Сестры походили. В принципе, особо ничего большого не произошло. Здесь селестианки подвинулись сюда. Похороны панка у нас сместились и танцуют над колючей проволокой. Вот эти сестренки отошли из боя, ну его нафиг с ними дружить. Все минорненько подвигалось, прошло вперед, и Magifier немножечко сместился вот сюда, но все еще стоит на точку, чтобы приносить много очков. Ретрибьюторки, вот это все подошло, вот это тоже все подошло, и вот это все подошло. Один отряд сестер, вот этих вот сестер, вышел из ХТХ, а отряд вот этих сестер вышел из ХТХ, и за 2 КП они снова могут стрелять и чарджить. Что еще важного? Вот это у нас пул Miracle Dice'ов. Есть 5 и 6, что важно, ну и 4 тоже нормально, неплохо. Rights of Battle у нас был парироллен. У нас стоит 2 и 3, а в первый ход была 1 и 3. То есть теперь у нас знамя есть 5+ на всей армии, ну и 3 это +3 к Deny the Witch. Что очень неплохо, именно поэтому он меня очень хорошо так раздинаил на первый ход. Переходим к стрельбе. Стрельба сестер закончилась. Здесь селестианки убили очень много. 5 точно убили. Здесь откуда-то отсюда еще -2. Осталось 5. Вот здесь вот хоронильщицы, плакальщицы убили из пистолета как минимум 1. Ну, довольно много нас просело, потому что все стреляло. Стреляло все, что не убило вот этих гинокрадов. Вот весь юнит был уничтожен.
Ну да, даже не всеми вот этими, а только частью их. Вот эти не стреляли. А вот это вот все стреляло, вот это вот все убило их. Да. А вот эти вот юниты, другие уже стреляли вот сюда. Ну и вот очевидно, что тоже неплохо меня здесь просадили. А на юнит ретрибьюторок была заявлена стратагема плюс к дальности и дамагу. И они из мультимельт постреляли в этого экзокрина. Одна провундила сквозь инвуль прошла, и был использован Miracle Dice на шестерочку. То есть 7 дамага пришло в этого парня, он в 5 вундах остался. Вот так вот было простреляно, в общем-то неплохо. И время перейти к черджам, добить тех, кого мы не добили. Файт-фаза закончилась. Что было в файт-фазу? Селестианки вчарджились в гинокрадов. Пати Вэм вчарджился сюда в Брудлорда. Первый атаковал. Брудлорда убили. Решили покатать в своем гробу. Но Брудлорд сказал: нет, я встану за КП и отобьюсь. Он встал и отбился, я потратил 2 КП. Оставили похороны в одной ране, заявил имплант-атаку и добил. И на этом можно самому помирать. Он и умер. Гинокрады теперь перехватили. Петюнька перехватила, отбилась в селестианок. Но так как они приуныли без парней... И без Брудлорда убили всего только 2, потому что у селестианок еще игнор первого ренда, но очень-то... А селестианки, в общем, прекратили весь этот спектакль, и генстилеров больше нету. Собственно говоря, сестры на этот ход получают 1 очко за паскор этой точки, еще 2 очка за имиджифайера, который 2 хода подряд скорит эту точку, и все. 3 очка за этот ход они получили. Ну и перейдем уже ко второму ходу тиранид. Закончились мувы и психофаза на втором ходу тиранид. У нас вышли из резерва здесь козявки-риперы. В 9 отсюда от этих селестиан. И здесь вот тоже вышли в 9 от сквада ретрибьюторок. Здесь мы все снова встали в минус от натухит. Хорошо так встали. Начали свои косты мы с Брудлорда, который сделал что? Сколдовал смайт, словил перила 12, выкинул, и что? Одна сестра здесь отъехала. 3 морталки в себя. Дальше он сколдовал почарджить. Рерол черджа против этого отряда. Сколдовал, и было потрачено несколько команд поинтов, чтобы это отменить. Сброшены были Miracle Dice, там еще что-то было, в общем, отменили. Дальше у нас колдовали зоантропы, вот эти вот, колдовали рерол, не рерол, а доп-хиты на этого парня. Это было тоже по динайна. Дальше был смайт сколдован вот сюда. И, собственно, парочка умерла. С нейротропа был сколдован ФНП на гинокрадычей. И еще смайтуха сюда же зашла. То есть вот в минус 4 потихонечку там проседают сестры. Минус 4 в этот раз. Здесь пришел смайт сюда. Одна селестианка отъехала. Дальше нейротроп сделал смайт тоже на одну морталку, огребся, потому что, ну да, снова 12 я выкинул на смайте, снова единичка на провундить, в общем-то так себе, но себе тоже одну только морталочку. И психоскрим был сколдован, и тоже минус 1 модель ушла, то есть здесь минус 3 модели.
здесь минус 4 модели, здесь за собственное знамя сестренка прострелялась одна и убила мне одного гинокрада. А здесь, в принципе, тоже несколько моделей прострелялись, но не смогли провундить. А вот эти вот парни, они пробежались на 6 дюймов, естественно, слава богу. Вот этот пробежал всего на 3 дюйма, плетется позади, не достает. Ну, я, конечно, попробую в кого-нибудь зачаржиться, авось дочаржусь. Здесь риперам придется туго, поскольку надо выкинуть 11. Ну ладно, перейдем к стрельбе и снова к шутинг-фазе. Закончены пострелушки и почарджки. На стрельбе у нас первым стрелял экзокрин, который находится вот здесь, вот здесь. Он выбрал своей целью отряд селестианок. Вот этот отряд селестианок. За первый залп он убил 5 женщин. Хотел сказать человек, но это женщина. 41-го тысячелетия. А за второй залп он убил только 2. А следом пострелял второй экзокрин. Вот он. И стрелял он вот сюда. Первый залп убил 3 батл-систеров. Во второй залп он решил добить вот этот ненавистный отряд и убил всего лишь 1, к сожалению. Ну, тут нормально, инвули зарешали. Осталось только 2 сестренки. Потом черджи у нас пошли. На черджах первые чарджили вот эти козявки. Им надо было кинуть 11, но они не кинули, а греблись одной вундой на овервотче. Далее ринулись генстилеры. Генстилеры дошли, съели всех селестианок. На знамени одна стукнула и убила одного генстилера. Завязали тем временем вот этих сестренок. Сестренки ничего особого в ответ не сделали. Дальше вот этот мужчина пытался почарджить этих же женщин, но не дочарджил, даже с реролом. И получил одну вунду на овервотче. Сейчас мы достаем убитый юнит с гробом. И, собственно говоря, сейчас они будут плясать с этим парнем, потому что мы переходим к третьему ходу. Однако, прежде всего, нам стоит подвести итоги этого хода. Сколько же очков я получил? Здесь я получил 2 очка за нейротропа на точке. Здесь я получил еще 2 очка за нейротропа на точке. Здесь я получил еще одно. Здесь еще одно. Сколько это всего? Это 6 очков. Господи, сложно быть гуманитарием и считать до 6. Но 6 плюс 6 это 12. Это я учил в школе, это я помню. Переходим уже к третьему ходу сестер битвы. Что он нам несет? Робость или взлет? Второй ход. С радостью я избавился от этого треклятого Coffin Dance. Пусть он теперь в гробу носит свой гроб. Отличная стратегема — это имплант атака, чтобы добивать там, где ты немножечко обосрался, пробундить. Всегда ее любил и всегда ненавидел, когда против меня ее применяли. Просто уф. И вот здесь вот начинается очень жестко ощущаться способность сестер битвы любым отрядом динайте психосилы. Плюс выпала на ритуалах троечка, это значит к любому броску на динай добавляется плюс 3. У них всего лишь один кубик, да, но это считай, что 2 кубика, на котором фиксирована троечка. Это просто беспредел. Нормальные армии, против которых ты играешь, у них нечем динайть. В лучшем случае у них есть 2 или 3 каких-нибудь кастера, которые тебе могут психосилу отменить, попытаться. А тут же вся армия тебе это делать запрещает. А в итоге моя ставка на залпы с майтов за андропов, нейротропов и брудлордов просто обламывается. У меня пол армии не воюет, а пол армии уже сейчас мне расстреляли. Судя по всему, сестры сейчас добьют оставшихся гинокрадов и пойдут мне крушить лицо. Поэтому
надо начинать действовать сейвово. Благо, за первый ход и за этот ход я набрал достаточное количество очков. Такой задел на будущее у меня есть. Теперь надо отступать и сохранять, фармить как можно больше очков. И запрещать врагу делать это. Мувмент фаза третьего хода сестер. Что у нас случилось? Вот здесь Кананиса пробежала на 5 дюймов за счет Miracle Dice. Здесь миссионер Мистер Поп пробежал, встал на четвертую точку. Его сопровождают селестианки. Здесь тоже все шло вперед очень неплохо. Здесь из ХТХ. Кстати, в предыдущей ХТХ здесь никто никому ничего не сделал. Здесь из ХТХ вышли за 2 КП ретрибьюторки и могут снова стрелять и чарджить. Перенесемся вот сюда. Сюда пришли 2 недобитые селестианки. Из ХТХ вышли сестры. Сюда приехала великолепная... как это назвать? Вот эта птица с болтерами прилетела сюда, двуголовая. Ну и все остальное как-то минорно особо... Может, умывалось, может, не очень, кто его разберет. А Imagifier продолжает стоять на второй точке, генерировать ультра очки победные. Да, мой соперник подсказывает, что жить этому товарищу осталось недолго. И мы переходим к шутинг-фазе. Что у нас произошло? Здесь стояли генокрады. Вот эти вот женщины убили одного, вот эта летала убила четверых. Ну и, в общем-то, кто-то вот отсюда пострелял, кто-то вот отсюда пострелял. Вот, собственно, 4 мельты, значит, убили. Троих. Там еще 4 мельты кого-то убили. В общем, генокрадов не стало. Этот край стрелял сюда, и ФНП особо нам не помог. А, да, кстати, другие мельты стреляли вот сюда, в Брудлорда, и убили этого Брудлорда. В общем-то, ничего интересного. А вот эти женщины, которые вышли с ХТХ, они у нас снова за 2 КП заявили стратагему на свои мультимельты, и эти мультимельты прострелялись в Экзокрина. Попали 3. Я героически откинул 2 сейва, но один сейв прошел, у меня было 6 вундов. Он вообще оставался в 5 вундах, но я вам забыл сказать, что я его лечил на одну. И, в общем-то, Miracle Dice, 5, и все, это значит 6 вундов, и чувак отъехал, слава богу, не взорвался. Мой оппонент очень радуется, что убил этого Брудлорда. Что он ему такое сделал? Не знаю. Вот эти селестианки стреляли в зоантропов. Вот в этих зоантропов ничего не сделали. А вот эти 2 отряда, сестер и доминионок, недокусанные они. Они, в общем-то, вместе заявили, это поскольку была последняя стрельба, заявили тех же зоантропов, сумели принести 3 вунды и убить 1 базу. Да хватит рисовать буквы. Дальше... Со сдачи вот этих и вот этих и вот этих были убиты здесь все риперки. Мой оппонент получил 3 очка за контроль этой точки, 1 очко за контроль этой точки. Итого у него 10 очков победных на конец хода. Пул Miracle Dice'ов представляет из себя вот это вот. Еще 2 5, это жестко, ну и 4 тоже на самом деле, но вот это так себе особо. Command Point'ы у него кончились, поэтому сливать вот это особо некуда. Жаль Экзокрина, и воевать мне больше нечем. Ну что ж, перейдем к следующему ходу. 3-й ход тиранидов. Что мы сделали? Вот здесь козявки попытались пробежать на 6-ю точку, но выкинули мало, поэтому попрятались здесь, чтобы их никто не застрелил. Здесь у нас эти немножечко встали в дистанцию колдовства.
здесь просто стоим, здесь отошли, отошли назад, за руинку. С колдовства, что у нас случилось с колдовства, да что у нас тут какие-то орочки морды рисуются, о, ладненько. Вот зоантропы и нейротроп у нас начали выцеливать вот здесь канонессу. Зоантропы сколдовали, было от Динайна, от Динайн был смайт за счет Miracle Dice. Нейротроп сколдовал смайт, был просто динай, маленький результат и просто динай. Этот отряд сделал смайт сюда, вот в эту телегу. Что ж, со смайта пришла одна вунда и дополнительные D3 морталок, поскольку в зоантропе много моделей. Что я только что вспомнил, мне надо было два хода подряд так делать. Я только сейчас вспомнил, похвалите меня за профессионализм. В общем, с дополнительных D3 пришла еще одна вунда, и это полная херня, мы сняли только две вунды отсюда. Со второго коста эти товарищи пытались обмазать экзокрина на плюс один, на шестерке доп хиты, но не сделали этого. Не сколдовали. Нейротроп. Хотел сказать смайт сюда, на Селестиана, не сколдовал. Хотел сказать психоскрим на них же, не сколдовал. Вы позор, позор флота Улья. На вас такие надежды были. Генокрадов-то не стало. Кто будет воевать, а вы не хотите? Тьфу на вас. И мы вернемся после короткого переключения. Как покажет экзокрин, что он настреляет? Давайте посмотрим. Так, ну что же, экзокрин решил пострелять в опасный отряд с мельтами. Вот сюда. И что ж, с первого залпа мы убили аж одну. А со второго залпа мы накидали еще больше единиц на попасть и проундить. И убили опять-таки одну. Этот отряд получил плюс один на попадание за потери. Лол, действительно лол, ничего больше не скажешь. В конце своего хода я получил 7 очков за то, что держу здесь героем, и здесь козявками. То есть здесь 3, на первой точке 3 и на третьей точке 1 очко. В этот ход я потерял последние модели из флота Улья Кракен. Больше нет ни одного винокрада на поле. Кончились они быстрее, чем я хотел. Все-таки, что я колдовал ФНП на них, что я не колдовал. Оно сраляло только для одной модельки. И не принесло вообще никаких результатов. Продолжаются чудеса с Miracle Dice. Второй раз в экзокрина прилетает фиксированный дамаг. В общем-то, за два выстрела мельты и Miracle Dice для броска на дамаг экзокрин был уничтожен. Конечно, адаптация для пятого инвуля и удвоение деградации за повреждение — это очень прикольная тема. Да, я и один раз играл против такого экзокрина, мне понравилось. Но, к сожалению, от чудесных кубиков сестер битвы это особо не спасает. Ну что ж, да. В ответ мы не можем ничего сколдовать. Нам опять-таки нужно отступать. Отступать, правда, некуда особо. У нас только одна руинка и пятая точка, которую нужно держать всеми своими зубами и клыками. Благо, два нейротропа там продолжают стоять и продолжают фармить гигантское количество очков. В отличие от моего оппонента, у которого только один имиджифайер стоит. Отрыв у нас в очках увеличивается, и, кажись, я могу даже пережить этот бой. Главное, чтобы до седьмого хода. Ну что ж там на четвертом ходу, а? Сестры битвы. Вы думаете, я вас не переиграю? Я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Четвертый ход сестер. Были мувы. Решающие, капитальные. Здесь селестианки продвинулись вперед.
Они серьезно намерены заняться зоантропами, которые маячат впереди. Здесь сестры подошли на шестую точку. Отряд боевых сестер. Корыта у нас с адвансом уехала вот аж сюда. Переместилась, собственно говоря, вот отсюда вот сюда. Канонесса пешая тоже ретировалась немножечко. Но зато этот мув сделал возможным раздачу бафов и обмазов всему. Ну и, собственно говоря, этот фланг также неумолимо продвигается вперед. Ну что ж, теперь будет стрельба. О май гад! Вот что это значит. Это 4-й инвуль. Всем вот здесь. Экзокрин, ты бесполезен. Ну что ж, перейдем к шутинг-фазе. Стрельба сестер показала нам следующее. Начали с этого края. Вот эти девчонки ничего не сделали. Вот эти девчонки стрельнули в зоантропа. Две вунды сняли с него. Остальное особо не достреливало. Однако вот отсюда прострелялись вот эти с вот этими, занесли две, занесли одну вунду сюда, пошли стрелять мельты, и одна мельта добила вот этого зоантропа. Как раз два дамага там, по-моему, и выпало, чтобы он склеил ласты. Дальнейшая стрельба, все вот эти болтеры, которые отсюда дотягивались, стреляли сюда и сняли еще одну вунду этому зоантропу. Потом вот эти две беленькие малышки попробовали почарджить зоантропа, да, одного дюйма им не хватило. Ну и ладно, зоантропам все равно нечем овервочить. Собственно, это был весь ход сестер. Сестры получили 2 очка за контроль этой точки попом, 4 очка за контроль этой точки имиджифайером и 1 очко за контроль этой точки сестрами. Итого пока у сестер 17 очков. И сейчас будет 4-й ход нидов. Чем же нам ответить-то? Еще поколдовать? Давайте поколдуем. 4-й ход тиранидов вместе с колдовством, вместе с пострелушками, очень много всего. Ну, во-первых, из самого важного. Вот эти риперы подошли и тоже скорят 3-ю точку. Держу вас в курсе, как события на этом важном фланге разворачиваются. Дальше, что у нас было здесь? Зоантропы сколдовали смайт. Здесь убили 3 селестианок. Дальше. Нейротроп сколдовал ФНП на этих дружищ. Ну и со смайта, в общем-то, ничего не сделал. Его отденаили. Дальше у нас вот этот нейротроп. У нас вот такая дилемма встала. Нам мешаются 2 вот эти вот селестианки, и нам нужно их убить, а дальше уже разбираться крупными, хорошими, жирными смайтами уже с другими. Ну и что же, этот товарищ сделал психик скрим, влепил 12 на себя, словил перила, себе 3 морталки, а этим женщинам 1 морталку. Естественно, париролил я на 2 морталки. У женщин, слава богу, не сработало ФНП. Они отъехали, пострелялись, 1 вунду за антропу нанесли. Хорошо. Дальше он сколдовал смайт. И здесь убил 3 женщины. Одна осталась. Дальше. Вот эти вот зоантропчики успешно сколдовали на шестерку обмаз экзокрина, но этот обмаз был отденайн с помощью волшебного кубика. И они дальше пытались добить смайтом, смайтом пробить вот сюда, потому что вот этот отряд ретрибьюторак, он был ближайший.
Но Смайт не был сколдован. Я выкинул шестерку, а это уже сложность повысилась значительно выше. Таким образом, отколдовались. Ну, лучше обычного, в общем-то, лучше обычного. Как мы отстрелялись? Первый залп экзокрина был сюда. Я добил последнюю сестру на шестой точке. Второй залп экзокрина был уже в початых ретрибьюторах. И я убил отсюда 4 модели. В принципе, да, ни один четвертый инвуль не был сработан. Отстрелялась одна из них и убила здесь заантропа в последней вунде. Осталось 3 модели в отряде. Ну такое. Я получаю за этот ход 9 очков. 4 здесь, 4 здесь и 1 здесь. 9 очков, это 28. Какие-то безумные цифры на счетах. На четвертом ходу с сестрам не удается сбить меня с пятой точки. Нейротроп стоит, живет, его прикрывают заантропы, а заантропов прикрывают винантропы. Молодцы! В ответ, конечно, психофаза у меня превращается в полный цирк, но это каждый ход просто так. Но сейчас было что-то с чем-то. Нейротроп чуть себя не убил, остался в последней ране. Надо было согнать девчонок с шестой точки, но не судьба. Теперь мне приходится тратить залп экзокрина, а с шестой точки их согнать довольно-таки важно, потому что моему оппоненту нужно меня догонять по очкам. Это грозит поражением иначе. А ближайший отряд к этой точке — это ретрибьюторки. И теперь дилемма: либо идти вперед в мельторейндж, чтобы дотянуться, ухватить экзокрина за его мордашку, либо идти ускорить точку и заниматься работой, ради чего мы все здесь, на этом столе, собрались. Вот такая вот дилемка. Посмотрим, как он выпутается из этой ситуации. Разрыв нешуточный, может быть, конец игры. Ну, в общем-то, вы посмотрели на видео на время этого ролика и поняли, что это еще не конец игры. Ладно, дальше без спойлеров, смотрим. Пятый ход сестер закончился. Что было интересного? Вот здесь 4 ретрибьюторки подошли вперед. Здесь ретрибьюторки тоже подошли. Первыми стреляли вот эти вот дальние. Стреляли в заантропов. Мельты все провундили, все инвули откинуты. Болтера даже не пробили. И вот эти 4 стрельнули в заантропов. Ну и заантропов больше нет. А что там было? Я 4 попали, 4 провундили. Это вот плюс 1 тухит для коцаного отряда. Лютейший контрит моих винантропов. И там столько троечек было, что прям ужас. Ну и короче, 3 провундили. Сейвов не было, не откинул. С помощью Miracle Dice'ов было убито сразу 2 наповал, ну и с помощью обычного дайса был убит последний. Вот и все. К счастью для меня, нейротроп хотя и открылся для стрельбы, но стрелять неким было в него. Потом здесь с объединенной стрельбы вот этого всего, включая даже вот эти вот мельты, был убит только вот этот заантроп в одной ране, который был. Так что ничего особо интересного не произошло. На конец хода сестры получают 5 очков здесь и 3 очка здесь. И только 2 точки, да, контролируют. Счет у сестер 25. Пока не догоняют. Ну а мы начинаем пятый ход нидов. Может быть, последний ход в игре. Напряжение напрягается. Интенсификация интенсифицируется. И колдовство колдуется. Здесь я выдвинул, пробежал винантропами на пятую точку, чтобы защитить собой этого одинокого нейротропа. Козявки с третьей точки
побежали сюда, 6 дюймов пробежали, даже без всяких пинков свыше пробежали. Но пока не доскоривают. Это такой задел на будущее. Дальше было колдовство. Нейротроп сколдовал ФНП для венотропов, но это было отдинайно чудотворным кубиком. Дальше он сколдовал смайтуху, так что не отдинаешь, и всего лишь одна смертельная рана сюда в селестианок. Однако, вот эти заантропы. Мой оппонент позволил мне сделать такую штуку, что в честь того, что я на первый ход тупил и не использовал эту обилку, он позволил мне сейчас это сделать, эту обилку, хотя заантропов всего осталось 3. Таким образом, смайт был скастован на 9, так что не отдинаешь. Выпало 3 морталки, ну и дополнительно 3 морталки. Вот дополнительные морталки мне позволил сделать оппонент. Было посейвлено 1 ФНПшка, то есть всего умерло 6 девчонок из этого отряда за всю эту психофазу. Ну и одновундовый нейротроп, вот этот вот, конечно, можно было бы его посейвить и не колдовать ничего, вдруг бы он умер. Но я решил рискнуть и сколдовал, и ничего не случилось. Никто не умер, и никто не огребся перилами. Имеется в виду, первым был психоскрим, была 6, и, собственно, было одинайно, успешно. И вторым был смайт, а снова 6, но это недостаточно. Дальше стрелял экзокрин, стрелял в 4 мельта женщины, вот здесь. За первый залп он убил 2, одна стрельнула, да не попала. И за второй залп он убил бы 4, но осталось 2, он их тоже убил. И одна стрельнула опять. Да, опять ничего не случилось. Собственно, и все. Вроде ничего особо не произошло, но я этим ходом доволен. Давайте посчитаем очки. 5 очков здесь, 5 очков здесь, 1 очко здесь. 11 очков я получаю. Это 39 очков на счету. И Гриня, извольте кинуть кубик на продолжение. Первый игрок, давай. Ты не кинул. Три, продолжаем. Сестры продолжают давлеть надо мной. Продолжают использовать волшебные кубики, которые... Ну, это очень хорошая механика. Любил бы я Империум, я бы только ради этой механики играл бы за сестер. Просто прекрасно. Я в ответ продолжаю защищать нейротропа на 5 точке. Пусть он живет, пусть наконец-то он принесет мне победу. Защитил его венотропами, а если венотропов сдуют, то тут уже риперки готовы его защитить своими маленькими крохотными тельцами. Ну и, в общем-то, я добил этот ненавистный отряд ретрибьюторов, которые уже бежали ко мне, потому что докушивать их надо было в битом отряде, плюс 1 на попасть. Для этих мельц это слишком сильное преимущество. Ну, игра продолжилась, у нас впереди 6 ход. В принципе, я себя чувствую более-менее комфортно. И запас очков, и, ну, какое-то преимущество. Сейчас должно повезти с куба. Вот если с кубами моему оппоненту повезет, он меня может и со стола снять. Вот и 6 ход. За сестер подошел к концу. У нас было то, что вот Тарантайка с помощью Miracle Dice подъехала и начала скорить 6 точку. Эти просто подошли. И тут все, в общем-то, просто подошло. Мистер Попс стоит на 4 точке. Все скорит. Вот здесь вот еще стояли сестренки. Что с ними случилось и куда они отправились, я расскажу попозже. Стрельба была следующее. Вот винантропов у меня больше нет.
Вот этот отряд их приговорил. Мельты убили 3 модели, и болтера кончили последнюю модель. К счастью, в нейротропа стрелять опять оказалось некому. Он опять затащил на своей последней вунде. А почему некому стрелять было? Потому что вся стрельба у нас шла отсюда. И стреляли все вот в этих нейротропов. Зоантропов, конечно же. Стрельнула мельта. Одна мельта у нас прошла сквозь инвуль. И это был Miracle Dice на 3 дамага. А вот этот зоантроп мертвенький. И, собственно, болтеры у нас уничтожили одного, и второго оставили в последней вунде. Точнее, последнего оставили в последней вунде. Варлорд пока в порядке, живцел орел. Вот эти сестрюнки. Вот отсюда, с помощью Miracle Dice, совершили чудо и на 11 дюймов пришли сюда. И вот эти вот совершили чудо без всяких специальных кубиков, просто дочаржили на 10 дюймов и тоже встали. Они все вместе дружно колотили вот этого зоантропа, однако зоантроп совершил чудо, провалил только один сейв, который я успешно переролил за свое последнее командное очко. Я остался без очков, однако вместе с зоантропчиком. А сестры битвы на этот ход получили 6, 9, 10 очков. И счет 46 на 39. Вау, какие цифры. Говорят, даже 11 очков. Ладно, хорошо, 11 так 11. 47. И шестой ход тиранидов. Какая кровавая баня, какая погоня за победой. Короче, 36 это уже после прибавленного. И 11 очко это вот за то, что вот здесь сестренки с Objective Secure'ами мне эту точку перетоптали. Все. Счет пока 36 на 39. Ну, сестрам только надежда на последний седьмой ход. Ход тиранидов. Козявки заняли пятую точку. Заползли в пятую точку здесь козявки, прикрывают нейротропа, который в этот раз уже колдовать ничего не стал. Ну его нафиг. Вот здесь цирк уродов. Что у нас случилось? Зоантроп не сколдовал смайт. Нейротроп сколдовал ФНП на себя, но за счет Miracle Dice это было от Динайна. Он сколдовал смайт и убил одну сестренку здесь. Осталось две сестренки стоять. Хорошо, что мы отступили из ХТХ. И пришлось стрелять экзокрином. Первый залп экзокрина убил две сестры. Одна сестра со штурмболтером за счет своего вшитого знамени постреляла в зоантропа. Зоантроп оттанковался. И второй залп. Вот казалось бы, две бабы. Че, 6 выстрелов на 2 бабы, на 2 плюс вундишь. Нет, осталось... В живых то пришло две вунды. За счет Miracle Dice была шестерочка поставлена, что это инвульс работал прекрасно. Но одна умерла, и слава тебе, господи, слава тебе, Hive Mind, мы перескорили эту точку. Итого, я сейчас получил 13 очков. Здесь 6, здесь 6 и здесь 1. У нас счет 52-36 на конец шестого хода. Будет ли у нас седьмой ход? Будет ли у нас седьмой ход? Не будет у нас седьмого хода. И на этом мы жмем друг другу руки. Спасибо за игру, Григорий. Было очень интересно, очень приятно поиграть. Сестры, это что-то с чем-то. Если есть что сказать, мы послушаем с удовольствием. Вот это последнее слово настоящего мужчины.
Если кто не понял, это был эффект кнопки перевернуть стол. Да, в Tabletop симуляторе есть кнопка, чтобы перевернуть стол. Ладно, расскажем про последний ход. Самая эпичная схватка всей партии состоялась именно за первую точку. Сестры сделали невозможное, они на свой ход перескорили эту точку, они крепко держались, делали чудеса, но мои зоантропы тоже делали чудеса в свою очередь. На психофазу они не смогли избавиться от сестер и не смогли избавиться от них даже после стрельбы экзокрина. Какой ужас. Но, слава богу, я избавился от Objective Secure отряда, и точка снова перешла под мой контроль. Очень напряженный момент. Ну и об игре в целом. Что я, что мой оппонент совершали кучу разных грубых ошибок, начиная от стратегических, кончая, ну, банально правилами. Например, я уже сейчас я вам покаюсь, потому что нельзя мне было ауру винантропов распространять на модели из другого хайфлита. Да, вот именно по кейвордам там работает. Винантропы из Кроноса, Гинокрада из Кракена. Все, аура не работает. Ну и, конечно, эпично я забыл про свойства зоантропов на дополнительные D3 морталок. Собирал армию в попыхах, глянул в Battlescribe, да, помню, что за счет 4 зоантропов дополнительная какая-то плюшка, ага, дополнительное заклинание, ладно, берем 5 зоантропов, хорошо, так, значит, на будущее. Вот, ну и в принципе винантроп у меня тоже один лишний был, я подумал, что ага, если зоантропа надо 4, то и винантропа тоже надо 4, чтобы они ауру уже на монстров издавали, нет, 3 хватит. Ну вот такие вот маленькие ошибочки. Ну и к Григорию тоже вопросы, зачем ты мельты так далеко поставил, у них же дистанция вот такая малюсенькая, не достанут же они. Ну, действительно не доставали, но хотя с помощью стратегемы еще как дотягивались. Вот. Ну и плюс, иной раз он выходил из ауры своих канонес, и там, где нужно иметь рерол единиц, полдюйма не хватает, а девчонки накидали колов выше крыши. Ну, ладно, все равно партия получилась фановая. Надеюсь, вы от просмотра получили столько же удовольствия, сколько и мы от игры. На этом я говорю вам пока. Не забывайте подпишись. Всем пока.